Друзья, сегодня мы на московской неделе дизайна интерьера. В прошлом году было невероятно интересно. Я в предвкушении, что же будет в этом году. Привет! Сегодня мы на московской неделе дизайна интерьера, и со мной автор нашей экспозиции Сергей. Привет, Дэвид. Привет. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, почему так мало радиаторов? Я привыкла, что они везде. Даже на полу. Да. Их нет, мне мало. Ну, моя задача была немножко другим привлечь сюда зрителей. Хотелось рассказать, что радиатор — это не просто инструмент или агрегат, который отапливает. Все-таки уже радиаторы превратились в элемент искусства, в элемент декоративный, который не только отапливает, но и является каким-то якорем в плане дизайна. И, соответственно, я решил это привлечь через, мне кажется, метров искусства. Да. Через Леонардо да Винчи, пожалуйста, с его Моной Лизой, которая держит в руках радиаторы. Я придумал как раз тег «Греем искусством». То есть искусство греет радиатор. Понимаешь, я вывернул. Он так органично вписался. Да, мне кажется, хорошо так его держит. Так и должно быть. Да, не всех сразу замечают, что у нее радиатор. Она еще, обрати внимание, в тренде, у нее высветленные брови. Да. Да. Я тоже думала. Вот, но и не только она, естественно, справа у меня здесь работа Рене Магрит, это «Сын человеческий». Я специально поставил здесь оригинал, чтобы можно было прочитать, о чем сама работа. Ну, а здесь его также показал, который вот греется этим радиатором у побережья. Мне кажется, ему прохладно было. И, соответственно, ну, такая некая шутка, созданная через нейросети, через которую я хотел привлечь аудиторию, чтобы они фотографировали, как раз уже увлекались искусством и через это подошли к радиатору. Да, я вижу, ты добавил немножечко изюминки. Там немножечко своих. Там есть немножко изюма. Вот такая вот. Как это называется? Платочек здесь есть, да. У него вот еще, посмотри. Воротничок у него элегантный, и он чуть-чуть повзрослел. Он держит радиатор. Он держит радиатор. Но еще там, пойдем на американскую готику посмотрим. Пойдем.